Паша с видео пошел. Видео где пишется. Вот, ты, кстати, вот, вот, смотрите, вот как людей должны встречать. Вот. Также мы заселились. Короче, сказали, что там у них уже столовка закрыта. Ресторация. Но есть сауна. Покажу вам тогда обзор. Кофе, чай, сдарма. Можно пить. На входе шампанское, не знаю, можно ли наливать, или это для красоты. Но если это правда, это прикольно. Ein Hunde drei. Eins, zwei, drei. Drei. Торцевой получается. Ну что думаете? Большой. Только свет слабый. Ну что, какая у кого? Давай я здесь. Ну, свет очень слабый. Ты спи здесь, я. Ну, нормально. Нормально. Мне без разницы. Здесь так. Ты что? Это мыло. Такое. Ну, нормально. Ну, такой. 2000-е года. Нормально. Так что, в принципе, ну... Блин. Нужно посмотреть, кто что делает в туалете. Мы к тебе ходили. Посмотреть, что ты делаешь в туалете. Слушай, ну да, я тебе скажу, тут довольно шикарно. Все, идем. Ну что ты с чем снимаешь? Ну да. Нормально. Уже думаю, то, что сауна включена, ребята, я считаю, это очень хороший угу. Вот, мы пришли в какой-то дорогой ресторан. Мы не знали, что это ресторан. Дали дезинфу, короче. Гид Петр дал дезинфу, как всегда. Самый прикол, вот мы будем в этом, в Мюнхене. Короче, ребята, окей, договори ты, чуваки, вот это говорю я. Литруху, литруху, в одной руке 3 литрухи, во второй 6 литров, вообще, такая атмосфера. Я не знаю, как это бетон. Вот нам принесли поздравления от кухаря. Это сало топленое. Знаешь что, я сам Витя, я коза скучен. Я жасну, как Сарика. Ну, не мам ніяку. No comments. Є і переставляться. Выдвигаемся в сауну. Видите, рассветилось более-менее нормально. Пошла они как в сауну как-то не совсем. Слушай, они, кстати, офигительно удобно. Мы открыли дверь, вот выходим в сауну. Сразу видно, опытный саунщик. Ну что, как думаете, сауна нас не разочарует? С узнанием? Я думаю, что нет. И вот, эс, он глеза. О, вот и сауна. Открываем, реально жарко. Да, сауна рабочая, повезло. А где душ? Вот комната отдыха. Слышь, пап, я тебе говорю, у деда можно замутить. Папа, вот смотри, вот у деда в гараже можно так замутить, еще и бассейн дать. А? Как здесь свет? Кнопку там стискнул. Вот здесь душ такой. Короче,
просто среди, короче, этого, в подвале сауна. Сауну в подвале, знаешь, типа в Москве, типа, запрещено так сауну. Здесь лифт вообще. Чего не здесь? Сушилка. С нами, короче, походу только кто-то один живет. Ага, здесь туалет. Вот. Уже его так я сама скоро в щек не прикатываю. Йо. Так, у вас сауна. Так же, то я щек, но целком то было в походе. Йо. Трошку смысла с реагилой. Какая-то... Нет, австрийский. Шли мы до немецкого бару. Австрийского. Это австрийский. Тоже уж прогулировать какие-то. Не следы, а как там всех на их походе. Мы же тогда было факт зима. Если сидела. Никаких, да, 16 ступеней нам на покое было. Как славя топил. Как и в прошлый раз. Самый классный рад, я думаю, в Праге стал. Ну, по сути, да, он был самый классный, но там все такое же, как и здесь. Да. Пшелет на готел. В скратка в 10 годину не завірає главный вход. Пусте. Могу вийти. Я думаю, через задні двери. Так же так то є. Тоді все сходи. До сауни, до себе указували. Тут є ніякі покої, а світово маєтила. Там сповніли тут до снідані. Від такого зону. Йо. Тут є рецепція. Такова рецепція. За всіх, коли конматів 50, є нам 10 покоїв. Сме вчера. Вже то є снідання та. Це вам показував, учно це нас їдали. Бути на гору сув сходи, а там сув покої наші. Там є кухінь, скратка туди ніц. Вітах має до кінця. Там скратка кухінь. Ну, все одно є, там поки наїдемо, де їхати. Ніяка перча накреслена туди. Виявили, там є ніяка гора, там є такі гора. Тітка вам укажу, яка є ще гора. До того виходу, там де саме виходу. Так, тут я прийшов. Так, це подивити, яка гора є тоді. Там такі гора. Коли ще їх невелике. І ми серце тоді снігали. Там є бар, ну такий. Погоді в готел за 80 євро все снідання. Альпи в тумані. Буде 2 мм. Так, маме балкон. Мама вилла так на кову гору. Так що ми зровно тетька се нахазимо під реставрацією. Великий балкон маме. Туди є базен. Але в зимні базен так якось про вітчину. Лиді к нічому, протоже... Йо. Там-то вода є студена.
И вот так то в Раковску. Так, ой. Скратка. Отъезжаем. Ой, попой.